Огей, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал! Маугли здесь! Сегодня мы с вами сделаем первый запуск игрушки, которая называется Atomega. Или Atomega будем ее называть. Это такой, можно сказать, Агарио, Слизарио или что-то типа такого, только вот в таком вот трехмерном окружении, в таком футуристическом сеттинге. Это мультиплеерная игра, на карте у нас играет 4 человека, пока что я один, и я вообще не знаю, подключится ко мне кто-то или нет. Игрушка новая. Сделали ее разработчики игры Grow Home. Может быть, вы знаете. Это про роботика такого, которому нужно было выращивать свой путь наверх куда-то там. И сдал ее Ubisoft. И мы с вами вот так вот сможем сегодня ее немножечко посмотреть. Ссылку на эту игру я оставлю в описании. Если вам нравятся подобного рода мультиплееры, она немножко дороговата, но если хочется, можете перейти, купить, посмотреть, поиграть. Может быть, даже встретимся с вами где-то здесь. Вот такая вот огромная карта у нас. Это я первый раз запускаю, просто смотрю, делюсь впечатлениями. В чем суть? Суть остается прежней, как и всегда. Нужно ходить, нужно ползать, бегать, искать, собирать массу. Вот и все, что нужно делать. И у нас здесь есть несколько форм существования. В частности, вот мы играем сейчас за атом. Это самая маленькая, неделимая уже форма существования. Этот атом позволяет нам быстро бегать и собирать массу, которая вот выглядит как вот такие вот энергетические кубики. Когда я подхожу сюда, вот я их так чпоньк-чпоньк-чпоньк поел, и я теперь превратился уже не в атом, а это называется... Не помню, как называется. Короче, кубик такой с глазом летает. С камерой. Я могу это дело собирать. Какой он быстрый, смотри, какой он резвый. Могу собирать, и, соответственно, чем больше я расту, а я так понял, вот этот синий как раз уровень справа показывает мне, сколько я уже вырос. Я могу так подходить, собирать, и чем больше я собираю этой штуки, тем больше я обретаю новую-новую форму. Потом я превращаюсь в какую-то непонятную водоплавающую хрень, вот с такими ручками. Я вроде, смотри, видишь, я как будто плаваю. Как будто вот так вот плаваю. Плаваю, я стрелять могу вот так вот еще здесь, ага. Здесь можно еще других игроков убивать. Вот так вот плаваю. Я сейчас, когда они подсоединятся, я здесь уже буду огромной формой. Наверное, может быть. Вот я могу прыгать, я могу собирать всякие разные здесь улучшения. В частности, вот у меня есть такой вот, не знаю, как это назвать, бонус восстановления, где я могу вроде как собирать, увеличивать свою... Да-да-да. Свое здоровье, которое у меня тоже здесь, кстати, не бесконечное. Я превратился уже, смотри, в динозавра. Видишь, у меня ручки вот так вот висят. Я уже динозаврик. Диноформа такая. Вот эти штуки называются как-то генератор массы. Это такие вот станции, где выбросы массы происходят. И, соответственно, каждая следующая форма, она становится менее поворотливой, более уязвимой, но при этом еще и более смертоносной. Вот как-то так. Слушай, ну и так я сейчас уже тут все соберу. Вроде как я могу... Так, здесь деревья, я не могу пройти, я слишком маленький. Пока еще, хотя я динозюбрик, я все равно еще слишком маленький. Вот я собираю эту форму. Мне пока что вообще никто не мешает. И это странно. Странно, что никого нет. Кто-нибудь бы поиграл? Сюда это что такое? Какая-то непонятная ерунда. Чувствую, что такими темпами я реально... О, все, я уже развился в примата. Смотри, он как обезьяна ходит. А, что-то произошло. Блин, я телепортировался. Короче, здесь есть возможность телепортации. Если ты телепортируешься, ты, соответственно, теряешь в массе. Ты теряешь в массе, и все. И переходишь на предыдущую форму. Вот как так это здесь устроено. У нас 42 секунды осталось до чего-то, до какого-то времени. Может быть, мне дадут... Меня прямо сейчас закинут, наверное, в самое пекло сражений. Я вот чувствую. 30 секунд осталось. И вариант такой. В какой форме мы туда отправимся, в это самое сражение. Так, тем временем я уже потихонечку набираю массу. После приматной формы у нас идет человеческая форма. Антропоморфная, можно так сказать. Соответственно, мы выглядим как человек. Самая крутая форма здесь называется Омега. Омега — это прям вообще ты супер-пупер роботом становишься. Можешь всех уничтожать, но ты капец неповоротливый. И тебя все начинают расстреливать. Соответственно, они тебя убивают, массу твою получают. Все как вот в этих I.O. играх. Все, невозможно найти игроков. Отлично, просто зашибись. Круто поиграли. 7 игроков у нас на этой карте, вот, это уже интересно. Все, я начинаю опять с атома. Вот сейчас мы с вами уже и будем нормально тут так вот играть. Давайте посмотрим, кто где. Вон, я вижу уже, смотри, какие-то у нас там бегают, прыгают. Кто-то вон уже летает, стреляет. Так, я по-тихому попробую сейчас быстренько собрать хоть немножечко массы. Пиу-пиу-пиу. Вот такими маленькими штучками я могу стрелять. Здесь мне случайное какое-то дается улучшение. Надо быть осторожным, вон, смотри, видишь, там какой-то ходит. Там ходит какой-то мыган.
Это у нас человеческая форма, по-моему. Он не может, смотри, ничего не сделать, потому что я спрятался. Ха-ха-ха. Он меня не видит, он меня не видит. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Уходим. Ха-ха-ха. Смотри, он меня фиг догонит. Фиг догонишь ты меня, слышишь? А сзади кто-то тоже был. Пу-пу-пу-пу-пух, смотри. Я его сейчас застреляю нафиг. У меня еще оружие может перегреваться, кстати. Вообще, это как бы шутер. Ай, смотри, все, меня расколбасили и превратили во что? В атом маленький. Опять я маленький, головастик атом. Вот это уже интересно. Конечно, одному бегать по карте что-то не прикольно. Но зато я быстрый. Маленький, но быстрый. Маленький, говнистый, извините за выражение. Очень вредный. И могу вот так вот донимать вот этого подонка большого. Тихо, нажмите Q, чтобы телепортироваться. Я не хочу, у меня здоровье восстанавливается. Ух, по-моему, меня опять уничтожили кто-то. Прицельным выстрелом. Вообще, как бы, это мультиплеерный шутер, если вы не поняли. Так, вон он, смотри. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Так, я прячусь от него. Где он? Он, конечно, большой, страшный. Он чувствует свою силу, но я зато могу быстро перемещаться. На, сволочь! А-а-а! Как он быстро по мне стреляет? А что, у нас всего лишь 3 игрока, включая меня? Или чего? Ладно. Может быть, оно и хорошо, что не так много людей, потому что если бы у нас было прям вообще дофига здесь народу, то вообще не выжить было. Пойдем на кого-нибудь более мелкого поохотимся. Это что-то здоровый какой-то. А это там кто-то сидит такой. Смотри. Ты кто? Ладно, непонятно. Это какая-то скульптура. Сейчас. А это скоростная трасса. Мы можем вот так вот быстро пролететь. Собрать кучу массы. Я все забрал. О, смотри, динозаврик. Я иду за тобой, динозавр! Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам! Так, уходим. Самое время свалить. Убегаем. Я превратился уже, по-моему, в водоплавающую тварь. Так, здесь мы можем так вот прыгнуть. Круто. Локация мне нравится, что она такая, знаете, огромная. Там у нас, смотри, Омега, по-моему, появился. По-моему, появился Омега. Смотри, какой огромный. Смотри, какой огромный. Какой огроменный, блин. Так, ладно, пошли наверх. Как раз наш маленький размер будет нашим преимуществом. У Омеги ограниченная жизнь, поэтому... Вон он, смотри, ходит. Увидеть меня. Так, уйдем подальше. Увидел. Вообще жесть. Ничего, у него луч смерти там. Он сюда идет, поди. Ты где? Омега! Что, куда делся? Он распался, мне кажется. Вон атом маленький бегает. У Омеги ограниченная жизнь. Ох, смотри, сколько здесь массы. Жри. С каждой новой формой поглощение массы, он увеличивается. Соответственно, с каждым собранным кубиком мы получаем все больше и больше массы. Таким образом, мы растем очень быстро. Смотри. Бум! Давай, побежали. Мы за динозаврика пока что. Прыгай. А что, я прыгнуть не могу, что ли? Нифига себе. На, получи! Дино. Нифига он меня атаковал. А почему он так снял мне много? Может быть, у него есть какой-то перк, бонус на урон, на повышенный. Сейчас, погоди, мы что-нибудь возьмем. Вот за этот вот кубик с глазом я поиграю пока что немножко еще. Так, я уже водоплавающая тварь. То, где есть? Так, вижу огромные кубы. Огромные кубы. Собираем и тут же... Спускаемся вниз, потому что здесь у нас есть генератор массы. Все, я динозавр. Динозавр! Мяу! Давайте будем осторожными. Вон, ну смотри, кто. Ух, тихо. Увидел. Примат меня увидел. Пу-пу-пу-пу! Кто по мне стреляет, собака? Ах ты, приматище! Сзади напал на меня. Смотри, две обезьяны сражаются. Прикольно, а я такой мелкий. А вот я быстро могу... То есть, если они умирают, я быстро могу сбегать, собрать их массу. Вот и все. То есть есть свои вот преимущества, но это очень похож принцип на игры типа I.O. Агарио, Слизарио и так далее, так и тому подобное. То есть принцип тот же самый. Просто здесь все круче намного сделано. И здесь уже не просто ты бегаешь, кого-то поглощаешь, а здесь уже надо стрелять. Смотри. Пошел. Опа, активировать. Захват какой-то я сделал. Что за захват? Не понял, что за захват? Захват. Давай, сбивай его нафиг. Он понял, короче, что я... Короче, вот эти разные улучшения, они дают тебе еще разные суперспособности. Давай наверх! Черт!
Да, против таких махин, конечно, мне не выстоять. Мне маленькому беззащитному атомчику. Вот так вот один раз прыгнул, сразу же уже стал водоплавающим. Их вся форма, вон, смотри, человечек у нас. Это уже человеческая форма, кстати. Блин, я не хочу туда идти. За динозавром можешь побегать. Где? Аба! Слушай, мне вообще не удается никого уничтожить. Так, народ присоединяется. Это радует, что народ присоединяется. Не так скучно играть, конечно, чем в мультиплеере. Играть в одному, в одного. Да что ж такое-то, а? Да отстань ты от малявки! Я маленький беззащитный! Тварь. Я сейчас до тебя доберусь. Вот это маленький атом невозможно уничтожить. Поэтому я могу вот так вот просто его бегать за ним. Стрелять я тоже не могу. О, омега, смотри, появился огромный. Бам, вообще, смотри, какая меха. Просто он вообще гигантский. Но, соответственно, на него все нападают. А еще прикол в том, что омега, он, как я уже говорил, он как бы умирает быстро. Так, собираем, собираем массу. Он быстро умирает, и ему нужно постоянно питаться новой массой для того, чтобы поддерживать свое существование. Иначе он просто распадается на куски. То есть, по идее, мы можем как-то вот бегать рядом. На тебе, толчок, активировать. А-а-а, толкай его. Толчок, он, значит, толкает от моих ударов, он отталкивается и улетает вниз. Назад. Так, горилла. Все, я маленький-маленький глазик. О, смотри, какой он красный стал. Что с ним? Он, наверное, активировал что-то. Я как моська на слона, на него нападаю. Смотри, он меня заметил. Он меня заметил. А еще прикол в том, что разный размер позволяет тебе пользоваться разными проходами. То есть, допустим, он не может сюда пройти. Ему нужна большая дверь для того, чтобы туда пройти. А я могу вот через всякие вот такие вот проходы бегать, прыгать, уходить от него. Так, все, я уже рыбка. Рыбка может прыгать. Рыбка может прыгать. Ну вот оружие у рыбки, конечно, оставляет желать лучшего. Господи, господи, что-то происходит! Что это было? Это уровень, наверное, закончился. У нас ваше место 5 из 5. Ну, следующий период начнется через 30 секунд. Окей. Поздравляю, отличная игра. Вы уже звание пешеход. Как круто. Моя масса 1367. Бой что-то плюс 111. И пройдено 3000. Даже еще какие-то уровни у нас есть. Вот он мой глазик. Это вторая форма как раз после атома. Отличная игра. Было весело. До встречи. Пишут, как будто уже заготовлены какие-то фразы. Ну что, давайте сыграем еще один раунд. Есть, пошли. Теперь все... Вот, смотри, все они, смотри, стартанули маленькие. Маленькие засранцы стартанули. По-быстренькому. Быстро собираем, собираем. Тут уже как бы кто успел, тот присел. Хотя в массе проблем вообще нет, я смотрю. Мы его просто расстреляем издалека. А, рыбка! Смотри, у меня... Что он делает? Ой, как медленно я ему снимаю. А я вообще, по-моему, по нему не попадаю. Да капец! Кто-то там. В чем прикол телепортации? Если, допустим, тебя убивают, то ты можешь нажать Q и ты резко в случайное место в какое-то телепортируешься. Но при этом ты теряешь свою форму. То есть ты переходишь на один шаг эволюции назад. Это поможет тебе быстренько как-то спасти ситуацию, если вдруг тебя нагибают. Так, уходим, уходим, уходим! Выброс энергии. Есть. Прыгаем. Ууу, смотри, там робот какой-то висит. Привет, робот! Как поживаешь? Надо найти скопление массы. Месторождение массы какое-нибудь надо собрать, чтобы прямо вот, знаешь... О, все, я рыбка. Так, это у нас динозубрик. Он не может пробить. Ах ты собака, ах ты собака. Нехило вообще, очень нехило они меня избивают. Масса восстанавливается, у не масса, а здоровье восстанавливается автоматически. Через какое-то время. Надо, главное просто немножко выжить. Так, он красный человек, у нас уже появился примат это или кто. Так, смотри, развалился. Соберем, соберем массу быстренько. Динозавра. А-а-а! Нет! Позарился я, конечно, на казенное добро. Я буду ходить за тобой, приматище. О, смотри, две обезьяны сейчас сражаются между собой. Одна победит, другая проиграет, наверное. И я в этот момент соберу массу. Хитрый такой вот падальщик я. Ну-ка, стоять, кубики отпадай. Собака. Ладно, пошли, давай сюда. Как-то вот этот глазик. Коробка с глазиком. Так, там здоровые. Они все здоровые какие-то. Не до них не добраться, конечно же. Там улучшение было. Ну-ка, возьмем его, не возьмем. Ах, недолет. Упс.
Опс, опс. Страшный дядя, он бежит. Ай! Нет, 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 уходим. О, отлично. Так, смотри, рандомно мне дается. Рост активировать, и, наверное, я могу резко с... А что такое рост? А что такое рост? Что, что это было? Меня кто-то подстрелил? Как я так быстро сдох? Я не понял, короче, что произошло, но я нажал рост. Я не понял. Урон. О, на урон. Это хорошая штука. То есть, если я сейчас нажму урон, то, наверное, я смогу быстро наносить урон. Можно попробовать вот на этой штуке. Да, смотри, как раз хорошо вообще ему урон наносится. Расстреливаем, подонка! Не, против него, конечно, я бы ничего не смог сделать. Ух, какой он, а. Какой он огромный, брутальный. Мне такое, конечно, только снится пока что. О, смотри, динозюбрик. Привет. Привет. Я возьму тут твои дары. Сейчас вот этого, смотри, расфигачат. Ой, блин. Блин, назад, назад, назад. Давай, скорее, вылупляйся. Ну! Потому что сейчас вот этот приматор разобьют. Скорее всего, я тут соберу все быстро. Давай, Омега, уничтожь его. Омега, причем, может делать... Может как наносить урон, так и собирать массу. С помощью каких-то... О, по-моему, все, он развалился, смотри-ка, разваливается. Срочно, давай наверх. Так, как мне до него добраться? Вот здесь прыжочек есть. Где он? Где от него останки? Я хочу пожрать останки. Ладно. Давай хоть кого-нибудь завалим, а? Маленького подонка расстреляем. Ну-ка, стоять. Опс, по-моему, он меня сейчас будет расстрелять. А, я понял, понял, понял. Это была моя ошибка, я пошутил. Ничего не имею против тебя. Так. Я здесь. Магнит. Активируй, чтобы притягивать массу. Так, вон, смотри, спрятался, а. Смотри, спрятался, подонок. Ой, телепортировался, нифига. Генератор массы, смотри, выброс начался. У-ху! Чё толку от этих выбросов, если меня все равно убьют? Все, я уже динозюбрик. Я не хочу умирать быстро. Здесь тоже собирать. Сейчас в человека превращусь. Бом, нифига ты, посмотри, какой он огромный. Я здесь один. Какой смысл в этом? Мне кажется, основной недостаток этой игры заключается в том, что не так много игроков играет в нее. Соответственно, при всех преимуществах, при всем захватывающем и очень быстром геймплее, играть самому с собой становится просто неинтересно. О, смотри-ка, вот здесь дофига народу. Что ж так? Сразу-то не получилось. Вон, бегают, бегают, шныряют уже везде. Так, давай попробуем эту штуку взять. Не попал. Слишком я маленький. Махонький такой. Мы будем осторожно играть. Так, вон, смотри, там кто-то... Кто-то проходил, по-моему. Выброс, вон, я вижу. Восстановление, хорошая штука. Так, собираем. Сколько массы, сколько массы. А, все мое, сожрал, сожрал. Ням-ням-ням-ням-ням. Все. Рыбонька моя. Вон там кто-то стреляет уже. Вон кто, смотри, вообще кто стреляет жестко. Я еще пока что не совсем как бы почувствовал. Тихо-тихо, человечек идет. Человечек идет, опасный. Опасный огромный человек. Где он? Не почувствовал, на каких врагов можно нападать, на каких нельзя нападать. Имея, допустим, определенную форму. К примеру, там... О, смотри, Дина. Да кто по мне там стреляет так, ты собака? Не успело на восстановление мое сработать. Сейчас дождусь. Давай скорей. Черт, не успел. А он урон себе поставил, похоже. И поэтому... Да, и поэтому не получилось. Ультра какой-то, смотри-ка. Я взял какую-то ультра. Что нам не дает? Ультра, чтобы использовать рывок, рост и магнит. Все вместе, да? Я хочу его опередить, попробовать. Чтобы забрать у него перед носом, прям забрать какие-то его улучшения, массы. Попробуем на него напасть. Где-то был здесь. Вау!
Я думал, вылечу прямо сейчас в такой, в полете в кого-нибудь выстрелю. Ух ты, смотри, что происходит! Так. Я активировал ультру. Есть! Нормально, я его сейчас снимаю. Слушай, он ничего не может сделать. Тем более, чем меньше форма, тем быстрее ты стреляешь. Он восстанавливается, у него потому что восстановление работает. Вот это крутая штука вообще. Упс, не туда. Не туда попал. Стоять, уходим. Я маленький динозюбрик. Быстро. Хватаем форму, хватаем его массу. Там у нас Омега бегает. Омегу стреляем. И массу набираем. Самый прикол, что когда стреляешь в Омегу, то набираешь массу. Смотри, он взрывается. Сейчас взрыв будет большой. Я спрячусь лучше. Ух ты, там кто-то идет. Приматище. Ой, динозюбрик! Смотри-ка, рыбка, он бегает. Прям невозможно никак убраться оттуда. Потому что слишком ты медленно становишься. Чем больше ты становишься, тем медленнее ты. Да ёкарный бабай. Вообще прям. Выбирай соперника по размеру. Не стоит бороться с теми, кто больше вас. Во. Видишь, какой ценный совет. Так кто? Чё он замер? Чё он замер? Висит что-то такое. Осталось времени, ну 6 секунд. Ну понятно все. Ваше место первое! Наверное, все вышли просто. Я тоже один остался. Первое место, топ-1 сегодня здесь. Заслужили звание коллекционер. Ну что ж, общий такой вот обзорчик игрушки мы сделали. Если она вам понравилась и серия доставила вам какие-то приятные впечатления, то, пожалуйста, поставьте лайк, если не доставила. Вам захотелось блевать, вам захотелось чесаться, захотелось, не знаю, сморкаться, то можете смело влепить дизлайк, я не против. Подписывайтесь на мой канал, добавляйте друзья ВКонтакте, Твиттере, в Инстаграме, нажимайте на колокольчик на Ютубчике, чтобы узнавать о новых сериях раньше всех остальных. С вами был Маугли, всегда оставайтесь на высоте и покедова! Не бойся, бро, скорее жми на кнопку подписаться, чтобы без новеньких видосов не остаться. И даже если ты Шерхан, запомни мой мотив, без шуток ниже пояса, без матов по позитив. Я буду Маугли, а ты будь всегда на высоте. Здесь собрались только самые адекватные. Я буду Маугли, а ты подпишись.